Пожар на Красном, ДТП с пешеходом и итоги очередного матча розыгрыша Кубка Харламова. В эфире Нижнекамские новости, в студии Аделя Серазова. Здравствуйте. Недоброе утро. Сегодня утром в поселке Красный Ключ на улице Ключевая возник пожар. Горела баня. На место происшествия выехали огнеборцы 62-й пожарной части. Звонок поступил примерно в половину седьмого утра. На ликвидацию очага возгорания пожарным потребовалось около 2 часов. Обошлось без пострадавших. Накануне вечером неподалеку от 17-го дома по улице Корабельная произошел наезд на пешехода. Мужчина 1970 года рождения переходил дорогу вне пешеходного перехода и был сбит автомобилем «Лада Калина». В результате ДТП мужчина получил перелом бедренной кости и многочисленные ушибы. В момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сегодня в Нижнекамске прошел зональный этап республиканского конкурса «Воспитатель года-2015». За победу боролись 13 представительниц из 7 районов Татарстана. Участники демонстрировали свои творческие и педагогические способности. Победители зональных этапов смогут побороться за право называться «Воспитателем года» уже в Казани. Там состоится финал конкурса. Хоккеисты «Реактора» провели второй матч серии 1/8 розыгрыша Кубка Харламова против омских «Ястребов». Напомним, что в первой игре этого противостояния сильнее оказались нижнекамцы, однако во второй встрече успех праздновали «Ястребы». Единственную шайбу в середине второго периода забросил Максим Минеев. Как итог, 0-1 – победа гостей. Таким образом, счет в серии стал 1-1. Теперь команды сразятся в Омске. Ближайшая игра намечена на 18 марта. О погоде. Сейчас в Нижнекамске минус 2 градуса, днем ожидается ясная погода и 0 градусов. Кто удивил нижнекамцев на международном музыкальном фестивале о проблеме с мусором в деревнях? Об этом мы расскажем вам в следующих выпусках. Напоминаем, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077-41-13-13. Также сообщение можно присылать через сайт ntrtv.ru. Оставайтесь на нашем канале, увидимся через пару часов.